WiseFab. Перенос стойки идет полный. Первый джей тут стоит плотненько, так поддоном торчит. Нету стаба. Полностью лонжероны пилены от сливы. Прям один в один, как у меня. Подрамник. Я думал Nismo, но это не он. Короткая коробка. 154-я. Рейка от Nissan. Полы переваренные от Чайзера. И вся задняя часть тоже от Чайзера или Чейсера, как там правильно говорить. Забавно, выхлоп замотан до самого конца. Отъебан уже весь. Да. Очень жирный кастом проект. Полностью переварены полы. Все переварено. Все-все переварено. Из такого же композита, как у меня, сделаны сплиттера. Ху-ху, щет! Завелась ласточка. Пучка, гонка. Крутая тачка. Этот замечательный солнечный день, ну немного не солнечный, есть мысль покататься на байке. Попробуем завестись. Машина простояла несколько дней, но без проблем завелась. Шикарно. Кто к нам идет? Мы едем на залив. Заходи, мой сладкий. Тима шляденький. Тима красивенький, кто с нами едет на залив. Даже когда ты с псом едешь на залив, утро стенсера всегда начинается с какой-нибудь важной трапезы. В стиле, как подкачать колесо. Сегодня нам поможет неясный шиномонтаж на Парнасе. Оп. Здрасте. Дайте подкачку. Шикарно. Спасибо. Все, едем дальше. Обожаю нижнюю трассу. Здесь так приятно ехать, когда очень жарко, в тени этих деревьев получается такой легкий, прохладненький, околоморской воздух. Слева идет Финский залив. А мы едем на мое любимое место, там, где дорога очень близко находится к заливу, что когда ты жаришь шашлычок, ты видишь свою тачку, которая буквально в 10 метрах от тебя. Пес залил тут все слюной и очень рад.
А вот это мое любимое место. Видите, тут дорога и залив прям сразу рядом с ней. Сейчас мы вот там справа или слева поставим тачку и спустимся вон туда к воде. И будем жарить мясо и гулять с Кином. Вот такое вот отличное место. Сейчас мы здесь сделаем небольшой пикничок. Кин, влезай здесь. Чилить мы будем вот здесь прям. Конечно, это не Сан-Тропе и даже не Сочи. Но пожарить мясо здесь можно точно. Вот у меня мой кастомный нелегальный мангал от фирмы 3 градуса. Ну, точнее, раньше она называла 3 градуса. Сейчас у них там брендинг какой-то произошел. Но заказать такие, кстати, мангалы до сих пор можно. Он из 3-миллиметровой сталюги. Делается на заказ. Собирается довольно легко. Видите, с этой стороны у меня гараж написано. Вот такая конструкция жирного клевого мангала. Каев. Иди сюда. Да тут даже не искупаться. Это же залив наш. Мой заяц. Отдай, 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 отдай. Фу. Сеточка и 3 шампурика. Ну а тут все готово. Бедрышко подсохло. Говядинка просто восхитительная. И свининка тоже в огне. Красота. Как же я люблю мангал. Ну что, вот мы и приехали домой. Ты рад, что ты погулял? Вылезай. Выходи. Давай, давай, мой сладкий. Все, пошел на кого-то лаять. Спокойной ночи, Кабер. Сегодня был отличный день. Мне очень понравилось. Купил я, значит, вот такую приблудку, Full Controller HKS. Она снимает отсечку по топливу и убирает типа овербуст. Чтобы проверить, насколько она адекватно работает и нет ли там детона, мне надо установить сейчас ShellZ, который у меня есть. Это АЕМовский датчик, лямбда такая. И EGT. EGT у меня тоже есть. Вот от него вообще висит проводка, потому что проводка уже прокинута.
самого датчика нету. Датчики ИГТ надо вкручивать в коллектор, прям до турбин, чтобы он показывал температуру выхлопа, которая прям выходит из мотора. Ну, ЕГТ – это температура выхлопа. А ШЛЗ надо ставить дальше, после турбин, в даунпайп. Это я здесь сделать не смогу. И я чуть-чуть не понимаю, у меня там не срастайка с проводкой. Я думаю, мне поможет Женя из турбомании. А вот с ЕГТ я попробую разобраться сейчас сам, потому что сенсор у меня есть, провод есть. Надо просто добраться до коллектора и вкрутиться в него. Ой, как много слов сказал. Короче, поехали. Хобот. И что? И куда? Ну, пизда. После небольшого консилиума мы решили, что засверливаться в коллектор особого толку нету. Ну, точнее, толк есть, но, бля, это очень тяжело сделать. И мы, скорее всего, засверлимся вот сюда, в кусок даунпайпа, Y-пайпа, который выходит на 4, 5, 6 горшок. Поставим вот сюда за турбину. Ну, температура здесь будет ниже на 100-200 градусов, конечно. Но для приблизительной оценки происходящего, я думаю, этого будет достаточно. Вот сенсор DeFi, тут резьба 0,9. Чуть-чуть конусная, походу. Ну, совсем, если так чуть-чуть. Короче, его туда вкрутим. Закатили сливу. Неплохо, кстати, подкинул хобот. Сейчас Тёма поможет подварить мне крепление стабилизатора. Там одно болтик не закручивается. Сейчас Тёма все это дело поправит. И займусь дальше ЕГТ. Вот такая закладная. Вот такая вот ситуация у нас. Не, ну на вид ничего. Лишь бы держалось. Этот выхлоп плотно заколебал. Приняли решение, раз он разбирается здесь, значит, он может здесь и не разбираться. Сейчас вырежем фланцы и варим кусок трубы. Да, Тём? Да. Тёма сейчас все быстро оформит, потому что Тёма умеет. Ну что, настало время поменять масло. У нас тут Аволь 10V60. Жирно, классно, модно, молодежно. И суперлейка. Течет мой любимый кетчуп. Пробовать я масло не буду. Такой царский японский фильтр мы сейчас будем ставить туда, и такой же оттуда мы снимаем. 10V60. Поедем в Псков на австрийском масле. Меня туда ждешь? Нет, конечно. Блядь. Вообще забавно, да, масло такое прозрачное. Полный уровень. КФ. Завели, вот поработало полминутки. Давка нежно падает. Машина стала работать тише. Гораздо тише. Там просто щебечет кузнечик.
Бля, на самом деле гораздо тише стало работать тачка. Я тебе говорю, я охуел. Сука, ты с чего у тебя, блядь? АДЖС, блядь, не сверлится. О! Как только сказал, сразу по пизде пошел. Блядь, ты в горячку-то не воткнись, дебил. Бля, мы просто собрали неведомую конструкцию. Мечик вставляем в головку на 8, кверх ногами. Головку одеваем на лютый большой шестигранник, который тоже на 8. И вот получается такая штука, сейчас пытаемся тихонечко просверлиться. Так, где моя мобила? А вот моя мобила, засветили. Давай, нежненько. Какой угол нравится? Да похуй, какой хочешь, только нежненько. Бля, да, ёпта, надо. Мне надо уходить. Давай вот сюда еще один удлинитель и квадрат. Просто идиоты. Ну и что, у нас есть сварка, и мы всегда сможем заварить эту дырку. Ну да, в принципе. Блять, еще бы подлиннее, чтобы здесь было. Да еще есть удлинитель один. Пиздец, у нас сейчас... Это будет самый длинный мечик вообще в истории. Бля. Просто вот это, блядь, качество мечика. Бля, главное, чтобы не съебал, на. Бля, ну это веселись. Не, ну у нас же получается. Ну. Хуяк. Ну все, тихонечко ключиком. Ну все, у нас все получилось. Сейчас сенсор запоет. Установили датчик ЕГТ, все собрали назад. Сейчас попробую завести все это дело и чекнуть, что там, работает ЕГТ или нет. Так. Ну вот, ЕГТ теперь с нами. Вот, кстати, на холодную воль завел. Давка чуть меньше 6. Ну что сказать, ЕГТ живой, все датчики живые, ну нормал, я доволен. Осталось вот этот еще ШЛЗ подключить, но там какая-то борода с пинами, либо не хватает куска провода, либо что-то там намудрено, я думаю, Женя все починит из турбомании, просто нужен электрик. И Таха. Крутяк. Такая ситуация. У нас есть одна сосиска. Кому из вас ее отдать? Хороший пес. Тима сладкий. Опять чуть пальцы не откусил. Чума белый, волчора, волчора, волчора.
Приехали в Турбоманию. Будем решать вопросы с моим овербустом. Вот этот чудесный фул контроллер. И что говоришь, если вот это покрутить, то оно будет регулировать типа околотопливную штуку, что ли? Да, да, да. Плавно корректировать. Я понял. Ее вот мы будем ставить. Вот ШЛЗ. Тут надо будет перепиновать, чтобы вот этот разъем, который выходит, походу, вот здесь как-то, вставлялся вот куда-то в этот разъем. Короче, если ты начнешь, за 20 минут позвони, я приеду, может, поснимаю. Было бы круто. Слушай, я либо сегодня вечером, либо... Ты, короче, мыкни, а то до тебя хуй дозвонишься. Звонит мне сейчас Женя из Турбомании и говорит мне, короче, что у меня там не ШЛЗ-датчик, а оказывается это буста-датчик. Оригинальный датчик буста, который работает вкупе с аемовским мозгом, то бишь, ну, датчик тоже, естественно, аемовский. И чтобы он работал как буст, мне нужно либо блок какой-то купить, либо назад его положить в коробку с моим аемовским мозгом, который сейчас, кстати, в продаже. Зашел я, короче, на Авито и посмотрел объявление о продаже ШЛЗ. И у нас в Питере есть один какой-то человечек из Рыбацкого, который занимается, походу, чисто ШЛЗ-шными приблудами. Они у него что-то не в багажнике лежат, потому что у него там ШЛЗ-шек... Ну, штук 5 на выбор. Я сейчас еду за самым простейшим аемовским ШЛЗ к нему в Рыбацкое. Стоит, в принципе, адекватно, 13 500. Конечно, это люто бьет по карману и вообще не входило в мои планы. Но что поделать, видимо, придется тратиться, потому что с овербустом я кататься больше не могу. Дарил сейчас Рыбацкому такую чудесную коробочку ШЛЗ. Теперь мы будем видеть смесь. Приехал в Турбоманию с новым ништяком. Блин, тут немножко грязно, конечно, у них. Но зато мастера ок. Сейчас посмотрим, что купил. Посмотрим, что мы можем тут сделать. Вдруг все получится, как я хочу. Что я тут купил за 13 косарей? Оп. Ого. Это и все? Это оно? Да. Ну все, огонь. А что, как дальше это разбирается? Ёлки-палки. Все, короче, я не умею открывать коробки, еще все сломаю. О, сам датчик. И какие-то проводочки. О, вот эта фигнюлька стоит 13 500. Ну, пиздец. Это сама лямбда. ШЛЗ-шная. И проводка. И все. А это что такое? О, это шайба, которую надо туда вварить. Да, да, да. О, шайба в комплекте. Что, наклейки-то есть? О, наклейка есть. Все, ради чего это покупалось. Когда же, прикинь, зажал наклейку мне. Дарю. Да не, на. Бля, у меня вот тут с приводами беда просто уже. А что у тебя там щелкает, когда, блядь, место сидит? Потрогай вот этот привод сейчас. Там не отрыгнет у тебя где-нибудь так? Ну, я второй с собой вожу. Ты ж поможешь, если что, привод поменять? Самое забавное, Жень, вот потрогаю здесь вот фланец. И здесь фланец. Именно фланцы. Такое ощущение, что там не в приводе дело. Ну, в приводе тоже. Но вот такое ощущение, что там фланцы внутри так ебашат. Максим, а у тебя ЛС-духа или... ЛС-духа вообще куска, блядь, стоит 40 косарей.
Ну, с тачкой была, естественно. Вот, кстати, спрашивали про конфиг, про подвески. Разваренные рычаги стандартные, кулаки, реплика, Driftworks. Вот такие удлинители, тяг, все, остальное обычное. Перенесена рейка, рейка ниссановская, родная. 154 от 110 кузова, вот у меня тут вкупе работает с первым GM ТТ-шным. Видите, переварен поддон, чтобы стаб был. По заводу. Китайцами? Да, с кем еще-то? О. Ну, видимо, она для этого сделана. Красота. Посмотрим, как он будет работать. Загорится здесь красненькими циферками. Что ты тут, пробрасываешь провода? Да. Что, нормалек? Ну да. Полчаса ебались, и она наконец-то ожила. Блин. Это что значит? Прогазы маленькие, топлива мало. Почему уходит туда? Да, ты когда газ отпускаешь, форсунки отрубаются и видит то, что топлива вообще нет, оно тоже заваливается. А-а-а. Так вот, вот, вот это нормально. 14,8, там, ну, 15. А когда на буст я буду выходить, сколько должен? 10, ну, вообще, самая идеальная смесь 11,5. 11,5? Да, мне поебать, со всеми буду спорить, вот. Самая идеальная смесь 11,5. А вниз, допустим, ближе к 10, ну сюда, влево, допустим. Это беднит, значит? Это богатит. А, богатит. Чем больше, тем беднит. В идеале, допустим, на надуе на килограмме где-то, ну, 11, ну, нормально, ну, как бы смесь. 11,5 самое идеальное. Что, подматываем, едем кататься? Да. Погнали. Как вообще она должна работать? Газ в пол, короче, ну, чтобы не буксовал под нагрузкой. Допустим, грубо говоря, на третьей передаче. Угу. Должно быть, ну, меньше 11,5. По-моему, там 13. Что, будем подрубать топливный регулятор? Не зря сардовский регуль у меня был приобретен. Сейчас будем его инсталлировать. Все, все снялось. Это стоковый топливный регулятор. Ну да. Хуй-то. Ну тот выглядит поинтересней, блестящий хотя бы. Что мы добились-то тем, что регулятор поставили?
чуть-чуть давление в рампе подними, потому что у тебя просто она беднит сама по себе. Вот. Сейчас. Ну, поехали катать. Ударило, но, блядь, оно все равно нужно для дальнейших построек. Я все равно планирую потом сделать с тачкой что-нибудь чумовое, потому что есть надежда все-таки, что найдутся спонсоры, и я все-таки поеду куда-нибудь поинтереснее. Я бы даже, знаешь, что тебе скажу, я бы накинул немножко, чтобы мне 400 было, и чтобы она спулилась как стоковая, чтобы прям, ну, блядь, вообще около сток был, но чтобы было 400. Чтобы я мог поехать куда-нибудь. Я на самом деле мечтаю не о РДСе, а о том, что у меня появятся спонсоры, которым будет... О, нихуя там что произошло. О том, что появятся спонсоры, которым будет интересно мое региональное катание. Не в РДС, а вот, допустим, там, блядь, на какой-нибудь этап, блядь, куда-нибудь в Краснодар, блядь, там, не знаю, в Красноярск. Просто, ну, такое, такая тематика. Бля, как она охуенно. Вот теперь я тебе могу сказать, что она охуенно едет. Я просто по прямой на ней не гонял. Короче, походу все получилось. После доработок в турбомане тачка повалила. И сейчас был небольшой дрифт. И это просто пиздец. Как бы давит килограммчик. Смесь отличная, все отлично. Бля, Женя, большое спасибо. Я просто счастлив. Турбомания best. Ребята реально знают, что делают. Ну, короче, у меня нет слов, одни эмоции. Еду тестить это все дело. В итоге что мы сделали? Мы подсунули топливный регулятор, зажали рампу, повысили давление, установили здесь ШЛЗ АЕМ, установили фуэл контроллер, которым накрутили нужное нам топливо. Он снял отсечку по бусту, овербуст пропал. Ну, короче, я пиздец доволен. Всем советую турбоманию. Отличные парни, знают вообще, что делают. Женя, золотые руки. В этот довольно влажный четверг я по всем пробкам еду за своим любимым гоночным топливом. Питерская погодка. О, нихуя, тут куча бензина. Мне нужна сотка стрит. Оп. Да, 4. Опа. Бля, обожаю багажник Гольфа. Все влезает. Ладно, все, спасибо. О, такая вот ситуация. Еду на погрузку за ТРК «Лето». Ну, как обычно, во время погрузки у нас идет дождь. Сейчас посмотрим, что там ребята, насколько уже погрузились. Я, как обычно, встану последним и заеду жопой вперед. Все плавно грузятся. Три автовоза едет на Псков. Ну что, рассказывай. Все прекрасно. Как Мазда? Заколу выкатил. Что сделано? Вайсфаб поставил? Вайсфаб поставил. Что еще поставил? Фар поставил. Ну, вот, видишь, карбонка какая. А что за фендеры стрёмные? А, из-за Вайсфаба, да. Чтобы прикрыть срам, я понял. Временное решение для проверки. Проверим, заинтересованно вообще. Сколько сейчас в ней? Всего 400. Ну, нормально. Блин, ждал 500. А почему так получилось? Не знаю.
Здесь, возможно, с визгейтом проблема, потому что, походу, травит. И раздувается она поздно, и мало... Ну, в остальном все по-старому, все выпилено, хуям. Да, все как было. Все как было, все осталось. В общем, из изменений это только новая турбо поменьше, которая должна, должна была... получше раздуваться. Да, должна была получше раздуваться, но все равно с четырех почему-то. Это машина моего бывшего сокомандника, физика вождения. Она, это RX-7, реально на роторе, таких осталось мало. Смотри, что еще сделал, под капотку покрасил. Была такая желтая, страшная, теперь вот цвет. Малыш такой, да? Да, он где-то там. Не спущай, Алексей, не спущай. Короче, это одна из немногих роторных маст, которые реально остались роторными. Она вся выпилена, там у нас асфальт по прямой, максимально легкая. Леша на ней выиграл позапрошлый сезон питерских гонок, ну, кубок Санкт-Петербурга. Она поэтому вот с тех времен подбита. А вообще Леша едет всегда в полную дыру и очень часто контактирует с другими пилотами. Опять 25 стоит, не может заехать. Ну чё ты? Клочуй! Давай, давай, газ полаз! Закатился. О-о-о-о! Когда лень обновлять винил пленкой, берешь баллончик и дорисовываешь. Сахалин стайл. Как обычно, не без приключений. Я заехал, немного шоркнул башбаром, сейчас буду накидывать бампер. Да, я уже это надрочился. Ну вот, приехали в Псков, разгрузили машины, кто-то еще разгружается, заняли вот это место, здесь будет чисто эргараж, наша Жига, секретное оружие, пару чайзеров, Оськина и Стаса и моя слива. Ангар грязный, но забавно, так по-трешовому все это выглядит. Народу много, три автовоза, много кто приехал своим ходом. Там вот будет уголок МТ, он как раз Стас разгружается.